Я смутно помню, с чего тогда все началось. Глаза резал ужасный запах. Холод сковывал движение. Каждый сантиметр тела испытывал адскую боль. Но я была жива. И вот что произошло после. Фонарик явно кстати. Здесь написано «Адреналин». Вероятно, смогу использовать в дальнейшем. Батарейки в такой дыре? Что же, им я точно найду применение. Не уверена, что это полностью снимет боль, но хоть ослабит ее на время. Вырванная страница со статьей. Читатель явно не оценил ее содержание.
Ключ есть. Осталось найти дверь, к которому он подойдет. Ключ есть. Осталось найти дверь, к которому он подойдет. Мне кажется, я еще не все осмотрела. Боюсь, как бы не пришлось возвращаться. Заявление архитектора и карта. Относится явно к этим помещениям. Thank you.
То, с чем мне пришлось тогда столкнуться, не укладывалось в моей голове. Я мечтала убраться оттуда как можно скорее. И чтобы эта боль наконец прекратилась. Мысли ужасно путались, но я продолжала идти. Кажется, видела такой пистолет в старых фильмах. Что? Клонирование людей?
Я не смогу пройти здесь. Пар обожжет меня. Мне кажется, я еще не все осмотрела. Боюсь, как бы не пришлось возвращаться. Видимо, над этими существами ставят какие-то опыты.
Помню, мне пришлось приложить усилия, чтобы открыть тот чертов люк. Я хотела лезть выше и выше, пока не окажусь подальше от этого ужаса. Моим мечтам не суждено было сбыться. И мне не оставалось ничего, кроме как...